Выходи на Ментос. Сникерс. Орехов стал еще больше. Две мясные котлеты гриль. Две мясные котлеты гриль специально. Ой. Огурчики, салатик. Два смешных штакета гриль. А что там дальше? Огурцы. Мясные котлеты гриль, специальный соус. Огурцы, салаты, лук. Все на булочке с кунжутом, только так. Две мясные котлеты гриль. Специальный соус, сыр. Огурцы, салат, пилук. Все на булочке с кунжутом. Только так. И это Биг Мак. Как вы сказали, 40-й? Да. Как просто быть ближе, когда вместе с уверенностью вы излучаете настоящую мятную свежесть Рондо. Рондо сближает. Я отказываюсь в это верить. Манчестер Юнайтед, счет 3-0. Где ваше воображение? Где изобретательность? 55 тысяч человек приходят на стадион, чтобы получить удовольствие. Нам нужно больше решительности, сыгранности, больше целеустремленности. Нужно сконцентрировать все внимание. Я пошутил. Бери от жизни все. Да я пошутил. Просто быть ближе, когда вместе с уверенностью вы излучаете настоящую мятную свежесть Рондо. Рондо сближает. О, привет! Каждый из них влюблен. Изюм, арахис, Колбаски свешите? Сколько? Ну, грамм 200-300. Говорите точно, сколько вешать? Ну, не знаю, сколько получится. Сколько вешать в граммах? А к чему такая точность? Точность никогда не бывает лишней. Билайн GSM теперь это точная посекундная тарификация с самого начала разговора. С нами удобно. Так, пожалуйста, мне 38, нет, 39 черешек. Неудивительно, что Инвайт Плюс весит гораздо меньше лимонада. Неудивительно, что напитка из него можно получить гораздо больше. 2 литра. Неудивительно, что у Инвайт Плюс масса разных вкусов. Удивительно, что при всем при этом Инвайт Плюс стоит дешевле лимонада. Инвайт. Наш тренер самоуверенный. Просто зверюга. Скажет, как отрежет. Ну что, ребят, может потренируемся, а? Супер Бизон. У меня свои методы работы с молодежью. Рондо. Конфеты из натуральной мяты для свежего. Вот это велик! Да, рама карбон, задний амортизатор, 27 скоростей. Везет кому-то. Бешеных бабок стоит. А знаешь, чей? Чей? Мой.
Шутка. Суперлегкий, шоколадный, с разными вкусами. Воткнешь сразу, что к чему, с первого укуса. Сделай финт, ведь ты достоин, пусть друзья завидуют. Супербатончик финт, только для тех, кто правда крут. Привет, Маша. Твой Василий что, новую должность получил? Ох, Ася, ему теперь только белые рубашки подавай. Я уже просто замучилась их отбеливать. Зачем же мучиться? Чтобы рубашки были белоснежными, надо обязательно кипятить. Не обязательно. С новым ассом белье станет белоснежным без кипячения. Что-то я сомневаюсь. Не сомневайся. Все очень просто. Растворяешь ас в холодной воде и замачиваешь белье. Какая белая, как после кипячения. И с асом ткань дольше сохраняет прочность. Ас. Отлично. Неважно, что день несет, свежий спи, ощутил. Ты с мента свежий, полон сил. Полон ты идей, смелый, весел ты. Ты с мента свежий, полон сил. Свежий жизни. Вместе с Ментос. Свежий жизни. Ты с мента свежий, полон сил. Ментос. Свежее решение. Position number one. Отдыхаю сам. Position number two. Тебя хочу. Я знаю, точно знаю, наверняка, что где-то рядом ты стоишь для меня. И я тебя хочу. Position number. Милая моя, где ты? Ваша милая находится в Лада-центре. И я иду, звоню. Position number two. Начинаем урок русского языка. Объясняю правила переноса. Слова переносятся по слогам. А неиспользованные минуты по новым правилам переносятся на следующий месяц. Понятно? Да. Новые тарифы, новые правила Билайн GSM и B+ GSM. Минуты, которые вы не использовали в этом месяце, автоматически переносятся на следующий. С нами удобно. Как месяца переносится? Что? Как тебя зовут, помнишь? Не уверен. Сам встанешь? Не уверен. Ты вообще в чем-нибудь уверен? Все входящие с мобильного бесплатно, а исходящие в два раза дешевле. Пусть фронтовый соберет друзей, лучший друг. С ним и в дороге нет семей. Поделись своей улыбкой. Молодой человек, простите, это дом 33? Нет. Как просто быть ближе, когда вместе с уверенностью вы излучаете настоящую мятную свежесть Рондо. Рондо сближает.